спортивном зале Дворца молодежи завершились 19-е соревнования по волейболу «Сидя» «Мемориал Мирона Гуревича». На традиционный старт в Омске в этом году приехали 6 команд. 2 коллектива из Екатеринбурга, костяк сборной России, постоянные участники турнира. Дебютанты «Мемориала» – дружины Пермского края Кемеровской области, хозяева площадки «Амич» и сборная Омского областного центра паралимпийской и сурдлимпийской подготовки. В общем-то, турнир, я считаю, получился достаточно интересным, потому что 2 дня плотно играют, каждая команда по 6 игр сыграла. То есть это и для подготовки к предстоящему чемпионату России хорошо. И успели тут и пообщаться, и опыту поднабраться там у более мастеровых ребят, которые за сборную играют. Турниры такие, в первую очередь, дают спортсменам общение, общение друг с другом. Узнают люди что-то новое, какие-то спортивные элементы, какие-то упражнения и так далее. Но самое главное – это опыт, игровой опыт, привлечение, опять же, людей с поражением опорно-двигательного аппарата к физкультуре, к спорту в частности. Традиционный турнир по волейболу «Сидя» проходил в один круг. Правда, вторые команды Екатеринбурга и Омской области играли вне зачета. Поэтому бронзовыми призерами стали волейболисты Пермского края, а мячи из Центра паралимпийской подготовки взяли серебро, представители Екатеринбурга, Родник, чемпионы 19-го мемориала Гуревича. Вообще нужно больше турниров проводить, чтобы показывать этот вид спорта, чтобы люди знали, что есть такой вид спорта. Турнир хороший, для моей команды сложился хорошо. Первое место у нас. Домашняя уютная атмосфера, то есть уже все друг друга знают и рады встрече, так сказать. Ну и, конечно, играем. Для большинства игроков «Мемориал Гуревича» в Омске – этап подготовки к чемпионату России по волейболу «Сидя», который состоится в Московской области в октябре.